«Продвигай Туву». По таким девизам в Национальном театре Тувы прошла встреча клуба блогеров, организованная радиостанцией «Голос Азии». Спикерами на встрече выступили активные пользователи социальных сетей с многочисленной аудиторией. Главной задачей мероприятия – продвижение республики во всемирной паутине и привлечение туристов. Мероприятие организует наша радиостанция «Голос Азии» совместно с молодежным правительством Республики Тыва, а также с несколькими волонтерами из нашего государственного университета. Мне кажется, многие из нас отчасти уже есть именно тот человек, которого мы можем назвать блогером. Огромное количество желающих развивать информационное пространство и продвигать родную Туву в самом позитивном ключе. Устроить республике, как говорится, здоровый и добрый хайп на весь интернет-мир за счет своих проектов и идей. Очень радует, признался на встрече глава региона Шалбан Караул. Вообще говоря, здорово, что вы собрались сегодня, потому что вы есть люди известные, потому что вы есть люди уже узнаваемые. Отметим, что в качестве блогера может выступать как обычный человек, так и широко известная личность. По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми или общественными, по содержанию – тематическими, либо общими.